Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, давай посмотрим, какие у нас задания дня. Нанесите 20 единиц урона героями за мех. Выиграйте игру растением героем стражей и разыграйте 3 ягоды. Ну что, давай попробуем разыграть 3 ягоды для начала. Ну, ребят, грешно смеяться, конечно, на 9 уровне, потому что я вспоминаю, когда играл за кадром, меня накумарил. Какой там уровень-то был? 2-й или 3-й даже. Да и при вас, по-моему, тоже было несколько таких эпизодов сочных, смачных, поэтому уровень это еще ни о чем не говорит. Даже я помню, когда я был там уровнем 13-15, я выносил 50-х. Рандом, он и есть рандом, сам понимаешь. Так, на... давай посмотрим, что разгромчик сейчас тут... что он тут придумает. Какую тактику боя он выберет? На ком он будет играть, во-первых? Если солянка, то нам повезло. Если на гаргантюа, ну, будет сложно, конечно, но... если будут выпадать нам вот эти вот штучки, будет очень хорошо. Глазастые споры. Уничтожает зомби здесь. Ну, что такое, друзья мои? Аблас решил... решил сдаться. Ну, что я могу сказать? Это халявная, ребят, победа, которая нас переносит на следующий ранг. Ты понимаешь, да? У нас был 32-й. Мы получаем с тобой 33-й. Но я-то все равно не успокоюсь. Нам в любом случае нужно сделать задание. Разыграйте 3 ягоды. Так, выиграйте... а, слушай, герой растения страж. Герой растения страж. Это у нас кто по стражам идет? Наверное, цитрон, насколько я могу понимать. И орех. Они же, наверное, у нас стражи. Давай попробуем... создать у ореха какую-нибудь новую колоду. Не знаю, самое оптимальное либо на орехах взять, либо же выбрать, либо же выбрать хилов. Давай попробуем на орехах. Уже вроде бы как-то пробовали на орехах. Этих вот надо, наверное, побольше взять. На орехах. Хил бы, на самом деле, бы не помешал бы еще, вот, если честно. И вот этот вот парень. Плюс возьмем. Сделаем так. Так, а у него эволюция идет. При использовании растения здесь поблизости получают плюс 2 к здоровью. Так, на всякий случай возьму гриб. Нужна ли мне ягода? Не уверен. Могилоеды вот, скорее всего, пригодятся. Ну, опять же, ребят, пока раскочепаримся, пока тусю, 5-10, ну, не знаю. Попытаемся. В тот раз, по-моему, уже в прошлой серии пытались на орехах. Нифига у меня не получилось. Дают мне, как ты видишь, 40-й ранг. Причем зубастизила. Причем это у нас зубастизила. Черт знает. А, нет, ребят, какая зубастизила? Йо, что-то меня вообще перекрыло. Это профессор же. Профессор Голодранька. Так его можно назвать.
почему-то он не стал ходить. Что он затеял, что он задумал? Что он задумал? Он ждет, наверное, чтобы я сходил первым, да? И он уже, наверное, сразу понял. Угу. Он поставил, чтобы прикрыться. Чтобы тупо прикрыться. Ага. Вот так вот, да, ты решил? Давай я так сделаю. Ой, дурень! Он же сейчас... Он же ходит сейчас первым, ребята. Он же ходит первым стать зомби. Твою налево. Ой, Рэй, ну... Да ладно. Ага. И кого ты хочешь поставить? Кого-то хочет сюда поставить. Ну, допустим. Ну, даже если так делать, ладно, я вообще не возражаю. Что можем сделать? Можем сделать вот так. И хильнуться еще при этом, да? Давай смотреть дальше. Этого здесь убираем. Ха, да, конечно. Но он этого прибьет рано или поздно. Какой-нибудь заклинашкой, это 100% тебе говорю. Ох, сейчас мы тут. Вытягивай две карты. Вытягивай. Кому ты там наносишь 4 единицы? Сюда, что ли? А он только сюда и может нанести. Ох, сейчас еще навлетает ему. Своим шамансом трех карт. Поехали. Ну что, у него остается... Давай сюда и принесем. И что ты сделаешь? Алло, профессор. Короче, понятно с ним все. Ну, тут понятно, бесполезно. Даже, ребята, если он сейчас что-то сделает, там вызовет кого-то, я поставлю все равно вот этот зеркальный орех. И вот этот орех поставлю на воду специально. Все, сдулся. Сдулся. Вот он тебе и рандом. В прошлый раз я играл, не помню, то ли за кадром, то ли как, не получалось. Здесь разрулил вообще, даже не поморщился. Есть.
Так, ну что, 10 самоцветов получаем. Теперь разыграйте 3 ягоды. 3 ягоды разыгрывать надо. Ну, в этом случае нам может помочь бомбах, наверное, я так понимаю, на ягодах. Попробуем эту колодочку. Я бы, правда, честно говоря, взял бы вот этот, наверное, цветочек бы еще, на всякий случай бы. Вместо кого? Ну, наверное, вот так вот можно было бы взять. Это на всякий случай просто. Так сказать, для подстраховки. 3 ягоды. Тут как раз у нас ягоды есть. Авось что-нибудь да получится. Так, у нас тут бессмертие. Наверное, это... Бессмертие, насколько я помню, она любит, да? Могилки выставлять. Надгробия. Поэтому могилоед я специально не стал отсюда убирать. Так же, как и шипастую лужайку. Плюс нам выпадает горячка. Она может летучих мышей поставить на воду. Кактус. У меня есть кактус. Ну что, можно как два варианта. Поставить лужайку. Да уничтожить его. Я, кстати, понял, что это за зубостизил. Друзья мои, это которая играет на разгромах. Ой, на зомбоботах. Точно, точно, точно. Вот она. Это именно она. Да-да-да-да-да. Это именно та бессмертие. Поэтому вот этот вот гриб нам очень сильно пригодится. Гадость, убери отсюда. Зомби-астронавта. Да ради бога. Так, теперь мне нужно ставить крокодила, скорее всего, на воду. Так вот, да? Ну, давай, короче, сделаю вот таким вот образом. И вот таким. Орех потом поставим вот сюда вот. Угу. И кто? Вот ты как, да? Давай вот так вот сделаю. Ну, 4 в лицо, конечно, неприятно, ребята. Теперь нам нужно подумать, как уничтожить вот этого вот. Так, посмотрим. Ну, что я скажу?
Как бы есть шанс у нас выиграть-то здесь. Чё ж там греха таить. Ягоды. Давай посмотрим. Зомбиков выставляешь, астронавта, окей. Даже так. Так, ну что, мы добираем карту. Карта, причем неплохая, она выпадает. О-о-о. Кто там у тебя? Блин, он с своими доборами достанет, а? Все, ребят, три ягоды успел я разыграть или нет? Сейчас покажут нам. Блин, только лишь две. Только лишь две ягоды я успел разыграть. Давай третью тогда уж как-то надо нам. 25-й. Кто там? Дарбор? Или Бордор? Дорбор. Так, ну этот не особо любит могилы, в принципе. Хотя сумоиста он, конечно, мог бы поставить. Если на спортивной колоде сумоист будет. Ладно, посмотрим там, что пойдет. Дождик проливной. Ну, понятно, тут кактуса нет смысла. Я его поставлю вот сюда. Нет, я даже... Блин, а он ведь наверняка прокачает же, да? Давай так вот сделаем. Он же наверняка будет его прокачивать. Защитничка вот этого. Ага. О как. Так, друзья мои. Поехали. Что-то он, ребят, такое затеивает. Я серьезно говорю. Чувствую по хитрым глазам вот этого зомби. Что-то грядет. Или какой-то вирус. Или еще что-то в этом роде. Давай так вот сделаем. Понял. Хорошо, я дождик, ребят, не стал тратить, а? Дождик мне как раз-то и пригодится. Но он вирус, наверное, вклепает сейчас. Почему-то мне кажется, что будет именно вирус. С этим-то, конечно, он же на две, да? На одну единицу меньше. Может, какого-нибудь суперского чувачка сюда поставить? Вот. Я, друзья мои, так и говорил, что будет что-нибудь эдакое. Поехали. Горячку сюда поставим.
Сейчас он еще вирусы сюда закатает. Это я тебе точно говорю. Даже не вирусы, ребята. Кое-что похуже. Шар, интересно, есть у него? То есть вот этот превращается в 5-5, да, в зомби? Шесть, да, потому что он же. Так, ну что, крокодила ставим сюда. Тут других вариантов, ну, вообще нету. О, как. Погнали. Чего? Чего ты там планируешь еще мне? Он там такой планирует. Так, ананасовая бомба. Так, три. Как тут лучше сделать-то? Давай сделаем вот так вот. И вот так вот. Поехали. Хинуться, если что, я успею. Чуть-чуть, правда. Все, рыцари, короче, наклепал, да? Могилоедов много, а толку от них, как ты видишь, мало. Десять единиц урона нам всего лишь нужно нанести. А кто там у тебя выпадет? Ага, вот так вот. И вирус сейчас еще заклепает, и все, ребят. Нет, не стал он опять ничего делать. Так, ну это, по идее, должен разобраться же, да? Что, виноградину ставим или как? 6-6. Но какого лешего-то, блин? Вирус. Да и чё мне этот пузырь? Мне этот пузырь не нужен, ребят.
бомб, когда они нужны, не было, блин, одна бомба выпала всего лишь. Так, я ягоды разыграл. Теперь нанесите 20 единиц урона героям за мех. За мех, ё-моё, нифига у него тут колод всяких экспериментальных. Давай создавать что-нибудь. Замех. На чем можем мы замеха сделать? Так, возьмем вот это вот. У него очень много гаргантюашек. Можно, в принципе, на них как бы отыграть. Можно было бы отыграть. Для этого нам нужно... сделать так, так. Вирусы возьмем на всякий случай. Вот этим не побрезгуем. Допустим. Нужен ли нам этот? Ну, возьмем на всякий случай. Что еще может пригодиться? Флакончик может пригодиться нам. Пиротехник. Так, вот этого взять, не взять. Давай, возьмем на всякий случай. Где у нас пиротехник? Опять нахапал тут самых, блин, мощных, да? Потом буду опять кричать. Что вот, набрал. Ландшафт. Пиротехника доберем с тобой. Плюс. Этого, наверное, взять. Опять мешается, а? Опять начинает мешать. Я не знаю, ландшафт какой взять-то лучше? Карамельку будем брать? Возьмем, на всякий случай, карамельку. Два валунчика. Ну, я прям не знаю, ребят. Какая-то вот такая дребудень получилась у меня. Что там надо нанести 20 единиц урона за мехом? Не спортивная колода, не... просто солянка, ребят. И мы против ореха. Орех, интересно, на чем? На хилах, скорее всего. Так, а это что у нас делает? Получает 3 плюс 1. То есть больше на атаку идет, да? Зеленая больше на атаку, красная больше на хп. Скорее всего так. А этот у нас на 2 меньше. Требуется мозгов для гаргантюа. Ну давай поставим вот так. Начнем как бы, да? На хилах, друзья мои. На хилах. Блин, не буду пока ничего делать. Солнышек. Поехали. Так, ну что, подсолнух этот уничтожаем или как?
Да пока, наверное, никак. Вот так вот, да? Сейчас захиливаться будет, я вот что тебе скажу. Сейчас будет захиливаться. Ага. Давай, 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 защиту выставляй быстрее. Все. Так, 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 так. Давай смотреть. Ну, если у него бомбочка есть, конечно, будет плохо. У него не бомбочка, у него такая вот штука. Ну, опять же, ребята, опять же отхилиться может он. Мне буквально одной единички здоровья не хватит, чтобы захиляться. Давай, защита! Пока все. Блин, неужели не должно сработать, ребят? Поехали, посмотрим. Не дай бог ему сейчас выпадет защита. Не дай боже. Ну, я имею в виду... Все, это фейл. Это просто, ребят, повезло чувачку. Причем крупно повезло. Ему не что-нибудь выпало, а именно защита. Ему не выпал, блин, родничок этот, блин. Хотя, кстати, родничок тоже бы ему помог. Если бы он начал хилять бы, он бы бомбанул бы по мне. Ну что, 20 единиц урона я нанес. Теперь давай попробую опять на зубостезиле отыграть. Отыграться. Вот так вот взял, да, тупо вот хоп, защитку поставил и все. И все, ребята. А у тебя мало хп, и ты ничего сделать не можешь. Извиняй, как говорится. Так, опять тут бессмертие лезет. Наверняка опять на своих гаргантюахах. Чувствую я. Чувствую я, что будет гаргантюа. Ну давай там. Мышей своих летучих выставляй. На воду. Сейчас выставит, не волнуйся. Если не у нее есть, она поставит. Но я бы поставил бы на воду, ребят. Потому что при каждой атаке она добывает карту. Ну, он вот так вот делает. Бесенок. Проблема в том, что мне нечем атаковать этого бесенка. И
Да как бы и незачем в данный момент. Вот тут вот только можно его, конечно, вот этого чудика закромсать. Вот таким вот образом. Чтобы он тут не лозил по всей этой территории, ну ты понял, да? У него еще один такой, ну и слава богу. Само собой мы его уничтожаем. И вот этого чудилу тоже, кстати, вот сюда вот перенаправим, чтобы ему было не сладко. Теперь у нас есть банан. Такой деловой. Давай так сделаем. Что-то придумывает. Ну, а что ты никого не стал ставить-то? Что ж ты никого не стал ставить-то, парень? Ладно, я сделаю вот так вот. Ну, бананчик-то сюда выпадет. Вампирчик. Так, друзья мои, вампирчик-то это плохо. Давай вот так вот сделаю. Да и все, пока. А, вот он как делает. Я пока оставлю. Да ты тут хоть выставляй, хоть кого хочешь. Ты думаешь, что я не найду управу, что ли? Я не мог понять. Ну ты посмотри, а. Бомба уничтожает всех зомби на земле. Но, ребят, вы понимаете, что я ее уничтожить не смогу. Сделаем. И вот так. Ага. Твою налево, ребята. Ну все, тут кирдык. Пробьет. Тут достаточно одной атаки. Ну не получилось, что я могу сделать. Ландшафта не было. Этих не было, ничего не было. Захилять я себе не мог. Все. Не было ландшафта, понимаешь? Не было ландшафта. Мы боролись вот за эту вот, за крайнюю возвышенность. Вот за нее мы бились до последнего. И вот этот вампиреныш, да, конечно, очень много нанес нам здоровья. Урона по здоровью, я имею в виду.
У зубостезил, еще раз напоминаю, друзья, нету могилоедов или что-либо, кто уничтожает могилы. И вот на этом они играют. Играют, причем очень здорово. Так, берет дополнительную энергию. То есть уже меня, грубо говоря, опережает, да? Что-то он там, ребята, мутит. У него уже сколько получается? 5 энергии? А, 6! Что-то мне не нравится это все. Шаман свою бесенку этого делает. Неужели этот, который с... как тебе сказать-то? С мумиями. Нет, не с мумиями. Давай здесь, наверное, сделаю так. Ч-ч-ч-ч. И вот так. А я так и думал, что будет кровожадность. Хе-хей. Кукуруза, отлично. Вытягивает еще две карты. Кукуруза. Сейчас у нас карта поменяется. Кто там? Блин, я только хотел, думал, сюда этого сдвинуть. Ну, ё-моё. Чё, ты хочешь сказать, что ты будешь заклинашки, что ли, брать? Смотреть. Опачки, у него заморозочка, оказывается, есть. И бочка, да? Не, бочки нет у тебя. Бонус на атаку наносит. Так, этого мы перетянем. В принципе, можем перетянуть спокойненько, да? Вот этого чудила сюда перетянем. Зачем я так сделал, скажи мне на милость. Зачем я так сделал? Непонятно. Ладно, пойдем посмотрим, что у нас сейчас получится. Ты заколебал, а? Алоэ. Вот зачем ты начинаешь бомбить, а? Ребята, где ландшафт? Я ландшафта, блин, не вижу, ты понимаешь. Давай так сделаем. Я не знаю, что он там сейчас предпримет. Угу, зомби дороже становится. Неужели он хочет зомбобота здесь получить?
8 урона, блин. Не могу никак 8 урона получить, представляешь мне? Это трэш. Ой-ой-ой-ой-ой, еще этот. Давай смотреть, что тут получится у нас. Ну ты посмотри, а. Твою налево. Ну достал уже просто в корень. Ну и что? Что это мне дает? Ну, ребята, 8 в лицо, ты сам понимаешь, это 0 шансов. Сейчас сюда еще этот прилетит. Все. Как мне... Блин, ни одного ландшафта не было. Ну ты понимаешь, что я не могу отхиляться, потому что не было ландшафта, блин. Я уже сколько? 2 игры играю. Я их даже в упор не видел. 3 штуки, блин, вот они, 3 штуки. Ни одного не выпадает, я не могу хинуться. Я не могу поставить вот этого, чтобы восстановить себе здоровье. Ну ты понимаешь, да, к чему я говорю? Просто не могу этого сделать, вот нету возможности такой. Если сейчас на третий раз не выпадет нифига, блин, я, ребят, не знаю. Буду тогда что-нибудь другое думать уже. С этой зубостезилой. Да даже не то, что думать с ней, я буду другую играть. Вот не выпал тебе ландшафт, и все. Да ладно, ландшафт, даже не выпал вот этот вот помидор, не выпадал, ты понимаешь? Вот он сейчас выпал мне. Все хинящие растения, они мне не выпадают. Вот этот выпадает, но опять же, без лужайки. Нафиг он не нужен. Да. Сейчас вот выпадает лужайки. Вот скажи, вот нафига мне две лужайки здесь в данный момент, блин? У меня просто нет слов. Ты наивный парень, однако. Захотел тут зомби повыставлять мне. Опять же, очень медленно идет игра. Очень, друзья мои, медленно идет игра. То есть... Пока я ничего здесь делать не буду. Кто вот тут вот выпадет? Да, ну. Бомж. Зомби-бомж. Прикидывается роботом, типа Гаргантю. Угу, выполз. Так, замечательно. Но у него тоже сработает защита, как ни странно, блин. Даже вот так вот делаешь. Давай вот так вот сделаем. Страуса, конечно, ребята, страуса надо вызвать. Тут другого варианта нету. Страуса и прикрываться вот этим растением. Иначе задавит. Иначе задавит.
ты, блин, сейчас серьезно, что ли? Ну хорошо. Это я как-нибудь переживу, да? Ну вот это вот не знаю, ребят. Поехали. Сейчас звездание, да, этот отдуплится. Нет, не отдуплится. Ага. Так, ну что, отхиляем сейчас все здоровье немножко. Чуточку. Ну, три в лицо неохота же получать. Верно, верно. Ой, неужели у тебя еще вирус есть, а? Да ёпарасоте, ребят, ну... Ну, ты понимаешь, да? Этот погибнет. Этого мы накроем. Надеюсь, в лицо... Это совсем не в кайф. Ага. Да тут, походу, проиграл я. Четыре в лицо, ребят. Тем более, сам понимаешь. Все. Опять же, ребят, повторю, ни одной лужайки хилищей не было. Ни единенькой. Пошел я, короче, за гриб играть. Это просто беспредел. Хилищая колода без хилищей дорожки. Ну это, друзья, это никуда вообще не годится. Просто никуда не годится. Давай, колпак, отомстим за эту, как его, как она называлась-то? За кого мы сейчас играли? Як Макарек. Зубостизилу. Вот такие вот, ребята, трэш. Сейчас валун полетит, увидишь. Покатится. А, он даже супер удар тратит на это. Ну, это еще даже лучше. Это еще даже лучше. Он ждет, друзья мои, ландшафт поставить, чтобы... Ага, вот так вот. Он не дождался ландшафта, я так понимаю, да? А хотел. Пугало огородное вылезло здесь, а? Все равно твоему зомби крышка будет. Что-то тут... Да, он... Все равно крышка. Хотя нет, ребят, не крышка. Мы его сейчас сдуем отсюда, да и все. Верно?
Или не будем сдувать? Здесь у тебя ландшафта нету? А, он рикошетит его. Он его рикошетит? Это хорошо, друзья мои, что он его рикошетит. Это ж прям, блин, замечательно, если честно. Даже если он его сюда поставит, мы его сдуем. Тут лучше бомбануть-то. Ну давай, 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 что-нибудь там. Соображай быстрее. 6 единиц здоровья у героя устанавливает. Окей. Пока. Ладно, что смеяться, ребята. Сам только что фейлился 3 раза к ряду, блин. Еще тут что-то усмехались, блин. Ну не повезло пацану, может быть, блин, с картами. Грешно смеяться. Так, 28-й ранг. Это Нептусь. Ну вот что вы мне сразу выдаете-то? Такие карты-то супер жесткие. Дождик проливной. Че, осьминожку поставишь на воду? Надгробие. С одной стороны, это даже хорошо. С другой стороны, успей поставить, называется. Да? Давай так вот посмотрим. Посмотрим просто, кто там. Сундук. Ай, как нехорошо, да? А, рикошет делаешь? Ну, ладно. На кого ты нам на сундук поставишь? Не говоришь, что там у тебя опять рикошет будет? Давай так вот сделаем. Заморозка. Ну, ладно, заморозка. О, пошел, пошел, пошел. Пошел, пошел, пошел. Кто там? Сундучок. А здесь? Ага. Ну, заклинашку кто может поставить? Только вот какую? Ну, ради бога. Кровожадность. Так, сундучок. Пошел прочь. Ну, этого фокусника я, естественно, ребята, удавлю. Я удавлю его и... Что он делает? Этого давим. Чертовой бабушки. И сделаю я... Тьфу ты, не то делаю. И сделаю я еще и вот так вот. И, ребят, не знаю, кто здесь у него прячется. Вот кто. Теперь знаю, теперь вижу. Хорошо. Я знаю, что он хочет сделать. Прокачать вот этих двух
чепушил, так их назовем. Ну и там у него поселился пиратик. Так что поехали. Пошёль, 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 пошёль. Так, ну это уже не справится один. А, тут, наверное, сделать... Сделать надо вот так вот. И все это вот так вот... Оп, утрамбовать. Да-да-да, пират 5-3. Это получает энергию еще дополнительно. Не знаю, ребят, что он там сейчас поставит, кого поставит, куда поставит. Ну, вот он делает здесь кровожадность. Ну, ему не жить в любом случае. Сейчас у нас срабатывает защита. Ураганчик, я не знаю, куда он полетит, этот ураганчик. Вот так вот. Так, подожди, а у нас что, опять ландшафта, что ли, нет? Я не понимаю. Ставь сюда могилку. Могилку ставь сюда. Так. Тут только так вот, друзья мои. Больше никак не получится. Секьюш? Нам этого хламона надо в любом случае уничтожать. И мы его уничтожим. Вот. Сейчас кальмара своего вот этого вот. Ну, я же говорил, кальмара поставить своего. Как же без кальмарчика-то, да? Как ты меня заколебал, а? Сделаем так. О! О, так даже будет лучше, друзья мои. Так даже будет смачнее. Поехали. Кто там у тебя? Ёпарасоте, твою ж... Вот утырок, а! Еще и поставил такого. Все, тут хана, ребят. Кто бы мог подумать, а? Ну, кто бы мог, ребят, подумать? Где мои могилоеды? Где они были? Если бы я этого хмыря сейчас бы уничтожил бы, все. А у меня могилоедов и нету здесь. Да, колпак, у тебя же нет могилоедов. Блин, может вот... Хочется, конечно, взять вот этого, вот этого. Вот. Сам понимаешь, да? Но до них обычно мы не доживаем. Кукурузу можно было бы, конечно, взять. Вот этого. И вот этого. Ну, это уже будет совсем другая история, друзья мои. Это уже будет... Это надо будет... Понимаешь, грибу очень тяжело дожить до 7-8 хода. Очень тяжело, потому что... Он не предназначен для медлительной игры. Он предназначен именно для быстрой. Молниеносной, так сказать, да? Вот с помощью этих кальмаров, осьминожек и тому подобное. Но когда против тебя выходит уже тяжелая армия, это вот... как ты уже мог понять... Так, что? Он на спортивной колоде, ребят. Когда выходит против тебя тяжелый Гаргантюа,
Все, гриб начинает сдуваться, потому что нет у него возможности уничтожить. У него есть возможность отрикошетить, но опять же, это на пятом ходу. И опять же, это должен тебе выпасть. Ну, что-то вылез. Ты какой, ты наивный парень, я не позволю тебе. Ты даже не думай об этом. Придется тебе заклинашку свою тратить, которая у тебя там есть. Он смотри, он не тратит молнию. Сидит как курдюк до последнего. Сумоист там у тебя, да? А я вот так вот сделаю. Ты смотри, ты смотри. Дождался, ладно, хорошо. Хорошо, хорошо. Потратил мощную атаку, которую я, в принципе, боялся. А остальное, ребят, уже не страшно. Давай ходи, что там замер-то, ё-моё. Что-то глюканул, друзья мои. Надо было мне, наверное, вот этого все-таки ставить. Да, надо было вот его поставить. Мы бы его, он был бы в заморозке. Мы бы гриб бы сохранили бы этот. Вот оно что. Ну давай. Вызывай там, я не знаю. Я, наверное, поставлю сейчас вот эту на воду и ягоду. Что скажешь? Наверное, думаю, стоит это сделать. Так, и вот так вот. С одной стороны, хороша, но с другой стороны, как бы нафиг мне не нужна сейчас вот это вот. Да что ты мне, блин, пичкаешь-то этими двумя, да ё-моё. Закатай губежки. У него сумоист там, ребят, скорее всего. Как мне кажется. Этого выставить сюда, наверное, да? Давай посмотрим. Ну да, сумоист. Так, получай. Защита. Вот так вот, хорошо, хорошо мы его тут шмякнули. Так, тренер, наверное, сейчас будет у него тут выползать, скорее всего. Голодранец этот. Так, друзья мои, у него выполз этот голодранец. Что он может сделать? Да на самом деле дофига, что он может сделать. Этого голодранца уберем отсюда. И вот так вот сделаю. Ну ладно. Твое дело. Груша. Эть. Молния. У него молния тут. Выползло чудо. Для груши. Поехали. Ему 5 урона нужно нанести, поэтому... Это фигня, все, 4 и 5. Ну, крышка ему, что я могу сказать. Ну, я еще удивлен, ребят, что гриб дошел до практически поздней атаки. Там уже на следующий ход можно было выставлять, да?
И там бы просто кардинально бы изменился ход игры. Ну что, друзья, давайте мы на этом с вами сегодня закончим. Поиграли славно. Отхватил рычаг, как всегда, по полной программе. Но эта игра, ребята, это рандом. Сегодня они меня, завтра я их. И вот так вот мы играем, сражаемся на поле боя. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.